Ребята, всем доброе утро. Всех с праздником, кто отмечает 14 февраля. Сегодня по комментариям я поняла, что многие не отмечают этот праздник. Но всех, кто отмечает, всех с праздником. Мы сейчас будем завтракать. Конечно же, у нас на завтрак кофе, девчонки, чай. И купили вчера вот такой вот, что-то не захотели мы с Ликой пирог. Хотели вначале с ягодами взять ягодный. Но что-то потом решили вот такой вот рулет с кусочками шоколада. Очень вкусный. А я тебе сделала бутерброд, милашка. Да, ну кушай. Давай, иди там бутербродик, и кашка твоя остывает. Угу. У нас тут бутербродики, колбаска, сыр. И я буду делать сейчас маслом, буду мазать кукурузный хлебушек и икра. Вчера открыли лососевую икру. Уже, кстати, заканчивается. Надо сейчас другую еще баночку открыть. Мы взяли набор. Там три баночки, три вида икры. Лососевая, кита и нерка. Мне больше всего нравится лососевая и киты. Киты, она крупная, вкусная такая. Лососевая тоже. А нерка немножко такой горьковатый есть вкус. А еще у нас вот такие вот конфеточки. Вишня в шоколаде и ликером. Вкусняшка. Еще мы сегодня идем в кино. Миланке кашка остывает. Сейчас пока перекусит бутербродиком. Сварила с утра и кашу. Обожаю кукурузный хлебушек. Вот такой вот мы покупаем в основном наборчик. Если хочется, уж очень хочется красной икры. Вот здесь три баночки. В каждой баночке по 120 грамм. Вот. Икра очень хорошая. Киты, посмотрите, какая крупная. Видите? А, это нерка. Все, вроде ничего так. А мне нерка как-то в тот раз показалась она с горчинкой. А ничего так. Ты говоришь, нерку не хочу. Да, я что-то подумала, знаешь, кита... Нерка, а что еще? Горбуша. А, горбуша. Ой, совсем перепутала. Ну, короче, нерка в этот раз ничего. Мне в тот раз показалось, что он немножко горчит, икра нерки. А в этот раз ничего, и банку съели, и прекрасно. Все замечательно. Всем приятного аппетита, кто кушает вместе с нами. Кстати, пирог обалденный. Он настолько мягкий, нежный. Он там внутри я резал, он там. Да. Нож мокрый. Посмотрите. Прелесть. Руку держи. Или ты вначале бутерброд? Я вначале бутерброд. Все, всем приятного аппетита, кто кушает вместе с нами. Развалился на солнышке. Балдит котик. Ой-ой-ой, отдыхает Максик. Отдыхает на солнышке. Ой, ой-ой-ой. Главное, меня, слушай, тебя хотел цапнуть, а себе лапу лижет. Макс, так кайфово, да, на солнышке. Солнышко так светит, и Макс балдеет. Наш помощник помогает мне с утра с уборочкой. Лика, надо волосы феном уже высушивать. Уже скоро пойдем в кинотеатр. Потихонечку. Так начали высушить феном. Лика решила еще надуть шарики. Вот у нас лежат. Девчонки, лучше бы вы елку разобрали. Миланка с утра, кстати, сегодня сказала, нужно разобрать елку. Я говорю, Милан, точно. В общем, на шарики вот красненькие. И Лика решила такие еще розовые надуть, да? И еще этот зачем? Лик. Чтоб много было. Мне кажется, это перебор. Ты, Коль, давай с ней елку уберем. Ой, какой красивый цвет, смотрите. Милан, тебе какой цвет вам вообще больше нравится? Красный, вот сердечки, или розовый? Розовый. Смотрите.
Как круто. Не знаю, красный, розовый. Но розовый такой нежный цвет, да? Да. Вообще супер. Слушайте, у нас под елкой какой-то ужас. Пакетов уже нет. Один пакет с конфетами стоит, полный пакет. Но у Миланы теперь под елку кладет свои игрушки. Подушечку, я смотрю, разместила там. В общем, устроила себе там зону отдыха, где Милана играет с игрушками. Смотрите, разместила подушечку, игрушечки, Сонечку свою. Да, Милан? Ну, да. И мешок конфет рядом. Правильно, как? А как иначе? Ой, слушайте, ну красивые сердечки. Только надо их не вот так вот просто кинуть. Надо красиво разложить все. Да? И еще вот такой вот. Шарик. Ой, этот вообще красивый. Его смотрите, какой. Классно, да, смотрите, какой шар красивый. Да? Угу. Вообще красота. Нет. Ну не тут, давай дерево думаю. А зачем? Да он не летит. Очень красивый, ничего не летит. Кстати, Миланка так и не хочет лопнуть свой вот этот вот шарик с дня рождения. Он же полуздутый. Но летает еще. Но держится, да. Уже месяц, больше месяца. Да. Слушай, а твой букет вот вообще уже третий год. И ничего. Сестерка бы так же, как букет. Вау, смотрите, какой красивый шар. Ребят, вообще. Ребят. Елку, да, надо убрать. Сегодня берем елку. Мы уже говорим это в течение месяца. И у нас всегда такая проблема. Миланку к бабушке везем. Миланка играется. Что там ты взяла с собой? Крокодил Марио. Крокодил Марио? Да. Да, так называется. Ты что, пап, не знал? Ну, есть крокодил, есть Марио. Бабушке сумка лежит, бабушкина белая, надо тете Лене отнести. Бабушка попросила тете Лены, пусть полежит. Я все забываю про нее. Да, я забываю про нее. Сегодня вроде должна зайти тетя Лена. Нет, завтра. Ну, завтра, значит. Ника себе кудри сделала, кудряшечки. Ребята, знаете, насколько я хитрая? Я не играю, оно у меня, смотрите, я не играю, время идет. Я буду просто медь стоять, но я выиграю, когда время кончится. Ой, хитрая. Короче, мы опоздали в кино. Что я могу сказать? Клуши, вы не успели. Мы опоздали в кинотеатр. У нас через час кинотеатр. Мы вообще на это не планировали. Мы планировали в 4:20. В смысле? Ну, конечно. Мы планировали на 3:20. На 3:25. 3:35. А, так у нас еще подожди. Есть в 3:35 этот сеанс. А, в 3:35? Я думала в 15. Я говорю, как получится. Может, и успеем. Просто реклама будет еще 10-15 минут рекламы идти. Короче, подожди, там свободно? Не знаю. Мы вообще заехали на заправку, потому что нужно уже очень заправиться. И сейчас уже 15 часов 25 минут, можно сказать. Нам еще нужно успеть билеты купить. И хотя мы забронировали их, но в любом случае нужно купить билеты. И еще хотим купить. Фу, блин, капот открыл. И нужно купить еще. А машину выключу. Ты что, растерялся? Да уж, прямо аж. Видеокамеру растерялся? Угу. И еще нам нужно купить попкорн. Папа хочет купить орешки какие-нибудь. Я попкорн. А я не знаю, что. Ну, то есть вы понимаете, да, к чему я? Что это очень много времени займет. Скорее всего, на 4. Пока мы все это купим. Как раз успеем все спокойно. Лика очень долго крутила волосы. Да неправда, я в 2:10 зашла, в 2:45 я уже стояла, чистила зубы, уже накручена и покушала. За 35 минут я все сделала. Неправда. А может здесь прям вот возьмем, смотри, здесь с очень творогом 29 рублей, Лика. Давай здесь берем и все, и сразу в кинотеатр. Нет, почему? Я лучше через час пойду в кинотеатр, но возьму то, что я хочу. У нас, вот, кстати, дома попкорн был, можно было его взять. Серьезно, был? Мне кажется, папа его съел. Был. У меня за этим, за компьютером стоит, лежит. За ноутбуком. Че, серьезно? Да. И ты мне не дала вчера, когда мы смотрели мелодраму? Нормально. Я еще сидела, думала, вот бы что-нибудь вкусненького. Так ты мне говори. Погрызь. Думаешь, я думала, уже папа съел. Нет, папа как-то хрустел там. Полпачки у нас еще лежат. Вот так. Короче, мы решили пойти на 16:25.
взяли билеты, сейчас пойдем возьмем что-нибудь вкусненького, водички еще нужно взять. И на самом деле очень много... Время погулять есть. Да, очень много людей на 16-25. Уже там полный зал. Да, уже очень мало мест свободных. И сейчас вот тоже стоят вот в две кассы и билеты покупают. А, кстати, представляете, лед 2, или ты сумку не забыла? Папе пытаюсь куртку дать. Лед 2 с 6 лет можно смотреть. Можно было бы, конечно, взять Милан, но я думаю, Миланке не очень было бы интересно. Она посидела бы минут 15, начала пныть. Да, и телефон поиграть, а когда закончится, нормально, папушка поиграется, да, мне кажется, будет. Для Миланы будет получше. Лик, ты куда? Лика пошла сдавать вещи в гардероб. Слушай, а может тоже сдать? Я потом сдам, да? Я пока не буду. Я тоже, когда уже пойдем на фильм, тогда уже я сдам этим вещам. Так что сейчас за вкусняшками, и уже минут через 30 начнется фильм. Смотрите, практически. Уже, да, сколько? Почему-то второй ряд никто не берет. Во-первых, второй ник не любят, оно слишком не близко. Очень, да, приятно мы смотреть. Мы на пятый ряд. На четвертый ряд мы взяли. На пятый. Четвертый ряд. А, на четвертый, да. Второй, третий, четвертый. Да, да. Так, ладно, пойдемте за попкорном. Пойдем. Смотрите, увидела... Арахис жареный в хрустящей оболочке из теста со вкусом васаби. Как вы думаете, вкусно? Со вкусом бекона, со вкусом сыра, миндаль. Я не знаю, что мы хотим. Смотрим, что взять вообще покушать. Я вот думаю, может быть, взять кешью, как вы считаете, а? Кстати, очень хороший вот этот жареный кешью, соленый, прям очень вкусно. Короче, зашли в магазин за семечками, набрали всего. Сюда же взяли кумкват. Набрали, в общем, два мешка и еще напитки. Взяли кумкват, знаете, такой сушеный, очень вкусный, я попробовала первый раз, кстати. И очень вкусненький. И папа нас захотел, сейчас пошел в машину относить продукты, потому что мы там еще сока набрали, продуктов домой. И папа нас заслал в Бургер Кинг за бургером. Не знаю. Очень интересный фильм. В общем, с нашего седьмого зала, с нашего зала все повыходили заплаканные. Это называется не заплаканные, это называется зареванные. Зареванные, да. Главное, мы сейчас выйдем из кинотеатра, никто не поймет, почему мы ее с красными глазами. На самом деле очень интересный фильм. Я прям советую всем сходить обязательно на Лёд 2. Просто офигенный фильм. Так, нам нужно... Колик. Нам нужна дамская комнатка. Даже контролёры удивились. Говорят, ничего себе, зал полный. На самом деле вообще крутой. Ну, может, здесь свет такой? Крутой. Ну, залов там много, и каждые полчаса идет этот фильм. Да, здесь очень 7 залов, крутой. В каждом зале каждый полчаса. Прелесть. Сколько? Часа 2,5-3, ну, да, смотри, шел? Смотри, сейчас 2:10. 2:10, да. Ой, я бы... там тоже плохо. Я бы еще бы посмотрела с удовольствием этот фильм, да? Ну да. Я, если честно, первый раз увидела, чтобы такой полный был зал. Ну, как-то последнее время не очень, да, набираются залы. Вот, в этот раз прям вообще очень много. Ну да, видно, что фильм хорошие сборы соберет, уикенд пройдет, он лидеры проката. Да. Так что вообще классно. Но мы когда шли, мы знали, что хныкать надо будет. Мы еще когда уже сели в зал. Надо будет. И мы такие, а кто-нибудь платок взял из нас? Такие, нет, что делать? Хорошо, у Лики были салфетки влажные, но они помогли. Иначе бы тушь вообще бы все потекла. Да, Лика? Да. Я, если честно, даже и не поела. Ничего, вот как вначале покушала кумкват. Кумкват. Ужас. Ну вот я. Такая. Папа говорит, как больница. Какая-то стоматология. Не знаю, мне очень понравился вкусненький. Я, конечно, не доела. Такой вкусненький, но я не доела. Но я тут думала, вы тоже будете кушать, а вы никто не ел. Нет, улитку я со шпинатом брала. Думаю, может, кто проголодается, так я захочу. Нет, и улитка так и едет домой. А Лика съела свой. Что там ты брала? Косичку, да. С мясом и картошкой.
кошка, да, по-моему? Угу. А я нет. Я вот, мы семечки с папой грызли. Лика попкорн поела. Вот, и, в общем, вот так вот едем домой. Едем за и будем отмечать дома 14 февраля, да? Да. Да-да-да-да. Папа вот наш как раз не выпил свой тархун. Блин, а я забыл его в машине. Они говорят, ну тархун где? Блин. Будем отмечать тархуном. Да? Ну, да. Не только тархуном. Ну, и не только тархуном, да. Мы там взяли. Еще и... виноградный сок. Малиной. Виноградный сок. Да. Крепкий. Виноградный сок был пит. Короче, классный фильм. Я еще хочу. Его же или подобное? Подобное. Подобное. Да. Хотела рассказать, а потом не буду. Это жестоко. Сразу рассказать весь фильм. Может, кто-то собирается пойти на днях. Ну да. Скажу, ну зачем вы рассказали? Распойлерить. Что же это такое? Все уже будет неинтересно. Ладно, поэтому я ничего не рассказываю. Но фильм берите обязательно носовые платки. Несколько. Обязательно. Вот до 100%, да. И водички берите попить, потому что, ой, как наплачешься, и пить надо, сразу хочется пить. Обезвоживание организма. Да, да. Поэтому носовые платки и воду обязательно, обязательно. Мне кажется, вообще должны вот... Выдавать, да, такие? Выдавать, да, выдавать носовые платки, однозначно. Ну как без них? Это ж невозможно. Он даже папа всплакнул, да? Расскажи вам честно. Нифига себе, всплакнул, ревел там как-то. Так это ты тут там орал. У нас еще соседка попалась такая очень эмоциональная. Я не могу. Она не эмоциональна, она оригинальна. У нее смех такой. Я не могу передать это. Она была одна, причем место рядом с нами было забронировано тоже. Мы думали, ну может быть кто-то, знаете, забронировал, ну чтобы рядом не сели в итоге. Ну мы так делаем, мы забронируем по краям места, чтобы рядом никто не сидел. Не, серьезно, забронируем. Я говорю, а это кто-то забронировал, ну вот те, чтобы, ну там парочка сидела, чтобы никто, ну, рядом, не беспокоил, не подсел рядом, да, и не запаривал. Нет. Пришла одна, села, блин, и как начала ржать. Все плачут, она ржет. Ну, не, нервный тик, да, она, чтобы не показывать, что ревет, она одна сидит и ржет. Там, кстати, она, по-моему, Кока-Кола так и не пила, как поставила ее, да, и, по-моему... Нет, ну, фильм-то интересный, как она неинтересное кино, ты начинаешь кушать, пить там, все остальное, а тут как рот открыл, и все, сидишь, смотришь. Да, реально, вообще... Была не до еды, на самом деле. Ой, не могу. Я вообще-то больше фантастику люблю. Ну, с большим удовольствием. Тебе не фантастика. Не, очень хороший фильм. Правда, классно. С большим удовольствием посмотрел. Приятно, что делают у нас такие фильмы. Да, но папа наш сказал, что такой фильм лучше однозначно смотреть дома, с носовыми платками, чтобы никто не отвлекал и не стеснялся. Нет, в кинотеатре тоже такая. Но дома, когда у тебя... проектор, звук, вот именно да. Кинотеатр. И много дома. Носовых платков. Да, и ты просто ветро поставишь. А? А у тебя дома проектор, да? Нет, дома не проектор. Нет, я говорю, в идеале, как это делать, чтобы спокойно не стесняться там соседей, которые скажут, о, блин, мужик расплакался. Да там все, представляете, все выходят, мужчины прекрасные. А сесть и порыдать дома сам на сам, и все. Все, стресс весь выпустил. А знаете, еще так неожиданно фильм закончился, включают свет, и все такие сразу, все красные, все зареванные. И сразу, мы еще посидим, выходите. Да вы выходите, мы попозже. Ай, не могу. Так, ладно, мы уже подъезжаем. Шум от вас, блин. А нас никто не пригласил. Представляете, у кота, у бабушкиного, оказывается, день рождения, а бабушка не пригласила нас на день рождения. Папа возмущается. Так, мы, короче, раскладываем пакеты. Не доела я кумкват, видите, не доела. Ну так понравился. Лик, там еще в сумке принеси, пожалуйста. Тархунчик. Тархунь. Купили вот корзиночки песочные с малиной и еще с вишней для упаковочки. Вот недавно взяли, прям очень понравились. Как-то брали, знаете, последний раз брали летом, помню, на море ехали. И совсем нам не понравились они. Может быть, партия попалась такая. Они прям
очень-очень жирные были тесто, масляное, и очень крошилось. И что-то мы как-то так раз, и не знаю, никому не понравилось, еле доели. Вот с лета мы их не брали. А тут девчонки снимали какой-то челлендж, я уже не помню. И мы взяли вот такие корзиночки песочные. Ну, такие вкусные. И вот пошли еще взяли. Тебе все оставить? Да. Или крепкий сок отложить? Бокальчик любимого игристого. Так, аккуратно. Это мы на праздничек взяли, да. А вторую взяли только потому, что последняя она была. Да. А еще смотрите, что у них есть. А я уже показывала. И они тоже, знаете, с крепким. С ликерчиком. И лики они понравились, потому что там на самом деле ликера, то есть немного и очень вкусный. Очень. И там, знаете, целая вишня, не такая прям высушенная, а прям вот вишенка, очень вкусная. Привет, Миланка, привет. Так, ну я разбираю, тут, в общем, взяла еще курагу, взяла полкилограмма, очень хорошая, взяла на развес, потому что уже брала, пробовала ее, и она очень вкусненькая. В Айкее взяла. Сок взяли, манго. И что? Ну и все. А, бургер, кстати, папа наш так и не съел. Принесли ему бургер обратно. Миланка его съест. Папа сказал, что уже не хочет бургер. А Миланка с удовольствием поест. Будем сейчас делать ужин. Немножко посидим, отметим. Миланка, смотрите, нарисовала вот такую вот красоту. Смотрите, как красиво. Это Миланка нам подарила на праздник. Да, Милашка? Да, а я хочу бургер. Уже бургер? Давай, наверное, разденемся. Ты ручки, подожди, ты руки не помыла? Помыла. Помыла? Ну ладно, молодец. Ладно, все, я убираю. Я тебе подарила, да. Умничка, умничка. Кошечка красивая. И очень все красиво. Да, Николь? Ребят, вот горошка кошечки. Это вот такой. Ой, Милаш, аккуратно. Это вот такой этот цвет. Только я в два слоя сделала. Очень ярко, раз очень и красиво, два. Да, очень сейчас красиво. Сколько я. Ладно, на этом наш влог подходит к концу, ребята. Всем до завтра. И всем пока-пока. Ребята, не понимаю, как я кожу сделала. Такой светленький карандаш. Сделала кожу такую. Ну, очень красиво. Не смешивала, такой есть. Молодец, все. Всем пока-пока.